Так, у нас, как всегда, был очередной вылет, но нам нужен еще движок. Не помню, где он. По-моему, здесь. Двигатель. Рейсинг. Во! Во! То, что мне нужно. То, что мне нужно. Ого, хорош поворот. Нифига, на скайлике хорошая веси, кстати. Куда они поехали? Почему они прямо поехали? Чё-то они тупанули немного. Жесть какая-то. О, снова внимание округу. Снова копы. Задолбали, блин. То есть тут, походу, эту территорию не отвоевывают, но вместо них копы работают. Тупо постоянно. Гонка, 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 гонка. То их не было, а сейчас просто на каждом кругу. Просто каждая гонка с копами у нас. Специально, чтобы сложности накинуть, походу. Так, первый круг есть. Запутанный достаточно, но по времени минута 45 где-то. В принципе, нормально по времени. Но кажется, что очень длинный. Походу, за счет того, что тачка быстрая, поэтому длина его не так чувствуется. Хотя, как сказать, не чувствуется. Сам только что сказал, что длинный, кажется. Просто проходится по времени, наверное, за счет этого быстро. Потому что летаем просто на бешеной скорости. И один за нами прет. Прям как ненормальный. Надеюсь, копов не будет. Реально очень сильно на это надеюсь. Нифига себе. Ты выскочила. Бабах! Убил. Да блин! Так они неудачно приземляются. Супра? Кого угодно мог подумать, но не Супру. Так, ну мы же команда, да, мы выиграем. Типа нам же надо, чтобы команда выиграла, а не именно я. Я надеюсь. Ух ты, блин. Прямо перед самым финишем. Фух. Двигатель мой. Капец. И без копов, на удивление. Две территории осталось. Эслер Макларен. В жопу. Территорию эту. Мышка. Так, кастомизация. Производительность. Двигатель. Да. И что у нас получается? Эвик полностью заряжен. По самое не хочу. Так, карта мира. Значит, что мы тогда в таком случае будем проходить? Можно каньончик пройти? Это будет легко. У нас один каньон.
Реально один каньон. Чекпоинт. Вообще легко пройти. Спидтрап, не знаю. Давайте начнем, наверное, с каньона. Их все равно нужно, я думаю, все нужно тут гонки пройти. Бабенка это. Но у нас эвик заряжен полностью, поэтому я думаю, что мы сможем ее обогнать. Да и управляется он неплохо у нас. Коллизия минус 5000, понятно. Она сильно тормознула. Если бы она там не подставилась, я бы, наверное, обошел ее, мне кажется. Сейчас снова подставится. Вот прям вангую. Нет. Ух ты, так эта гонка будет короткая, получается. Есть! Объехали. Вообще на изи. Так, что дальше? А есть еще каньон у нас? Нет, каньона нет. Так, давайте чекпоинт, это тоже будет легко. Чекпоинт, в принципе, это несложная штука. Ты просто на время едешь, да и все, не паришься. Ну, единственное, что копы могут приехать. Бабах! И трафик тут же. Что там хоть написано? Вообще непонятно, что там написано. А запас по-прежнему секунд по 10 остается. Как на стоковом эвике, так и на заряженном одинаково. Как это работает? Они прям как-то подбирают все, или время корректируется, или просто эвик нифига по-прежнему не едет, или он изначально ехал, фиг поймешь. Ух ты, блин, вообще непонятно, что тут делать. Потом вот так вот чуть замедлимся. Ты вообще не понял и не врубился, куда я заехал. Мусорка. Так, 30 секунд уже запас. Как бы немало. Блин, вот эти мусорные баки возле домов, вообще жесть, какой вес у них. Вот эти вот зеленые. Прям капец какой-то. Они, походу, и КамАЗ могут остановить. Так, предпоследняя точка осталась. Плюс 46 секунд. Значит, недолго осталось еще ехать. Сейчас на финише у нас минимум, наверное, 30 секунд останется. Режем немножко. Блин, хотел выровняться, не получилось нифига. Финиш. 40 секунд осталось.
Отлично. Что-то разблокировали. В жопу эту гонку. Так, карта мира. Продолжаем. Сколько у нас гонок отбили? 1, 2, 3, 4. Ну это фигня. Я просто их ну, до этого сопротивлялся им, но сейчас я задолбался. Ну их нафиг, даже не хочу туда ехать. Пусть отбивают. Спидтрап, откроем ламбу. Давайте, спидтрап, думаю, пройдем. Плюс у нас эвик на полном тюнинге. Ламба, блин, подставляется. Нифига себе, суп аж парит. Ух, сейчас скорость потеряю. Сам виноват. Явно не лучшая скорость моя. Если бы я там срезал, скорость была бы высокая. Я что-то провтыкал, не поехал на срез. Скорость из-за этого потерял. А, то Ники снизу. Я думал, то моя скорость там вообще в жопе. Офигеть, как я там проехал, как по рельсам по каким-то видели. Главное в трафик никуда не въехать. Так, ну мы однозначно будем первые. Тут даже не обсуждается. Да. Так, карта мира. Что мы дальше будем делать? Спринт, кольцо, спринт. Наверное, сейчас два спринта лупанем. А потом посмотрим, что будет дальше. Нифига себе, на супре кто-то шпарит. Нифига, заехал в этот поворот еще на этой штуке. Чуть снова не объехал срез. Бабах, есть контакт. Еще один едет сразу за ним, чтобы добить окончательно меня. На, третий. Супра тут, походу, самая агрессивная среди всех соперников. Потому что она уже не первый раз тут едет очень хорошо по времени. Он наравне с нашей бабой идет. А снова копы. Не знаю, ли скорость высокая, левик перестал поворачивать. Вообще не рулится. Все стены, как всегда.
Так, ну до финиша, походу, копов не будет. Есть. Зона наша. Импреза в RXSTI. Так, еще одна гонка, и сейчас уже будет боссик. Но кольца мы все равно пройдем, так как мы их не проходили. Чтобы были, так сказать. Капец, еду, меня шатает по сторонам. Все сбил. Страйк. Блин, снова окопы. Они что, продолжают, что ли? Может, они в одной гонке говорят, а на следующую погоню устраивают? Вам так не кажется? Вот жопа. Прям перед нами появился собака. Готовченко я. Бабах. Сейчас где-то в стене буду стоять. Соперник какой-то влупился. Капец. Я читер, походу. Блин, заборы снова эти тяжелые. Чувак, куда ты едешь? Полицейский что-то ездит как бухой. Поздно что-то я начал тормозить. Не тормози, осталось немного. Бабах! Давай, блин, вон он сзади! Фух, успел. Там соперник прям сзади меня ехал. И территория наша. Да, ну им насрать. 350Z, прикольно. Мне нужно сначала оторваться. Думал назад развернуться, там как раз фигня, из которой можно завалить. Налево поеду. Бублик. Прицелиться и прям дальше. Че, никого не снес? Отлично вообще. Все, как я и хотел. О, новые копы. На понтиаках. Не проехал. По карте в одном месте, а по факту в другом. За мной все равно толпа. Отлично. Блин, откуда ты взялся? Не было ж. Просто появился из воздуха. Попробуй перекрыть ему дорогу.
Лол. Тупо бесконечные, просто бесконечные копы. 21 машина за мной. За что? Я ж ничего не сделал. Ёпты, думал, в воздух врезался. Нормально. Ого. Серьезно? Блин, и там другие. Что, развернется, не? Примите решение оцепить район. Уточните координаты точки. Оставайтесь на связи. Убил. Нет, не убил. Да вы задрали. Оставьте меня, блин, в покое. Долбаные менты. Или это чувырло заказал их, я не знаю. Блин, они и сзади, и спереди, они везде. Да ты прикалываешься. А, или если я тут стою, оно не работает? Странная штука. Так, карта мира. Да, мы можем уже кататься против босса. Ну давайте два кольца еще добьем. Надеюсь, без полицейских, потому что полицейские уже очень жесткие стали. Хоть со старта улетели, и то хорошо. Не придется с ними там толкаться. Ого. Проскочил. Снова рация сраная. Надеюсь, в этот раз... Собака, блин, вы задрали. Ну сколько можно, блин, каждую гонку копы. Каждую гонку копы, то каждую гонку этот захват территории. Они когда-то успокоятся или нет? В этом месте постоянно текстуры исчезают, вы заметили? Помните, в этом же месте врезался в такой же бусик? Прям все повторяется. Так, копы уже черные. Походу придется Эвик перекрашивать все-таки. Потому что дальше они будут серьезнее. Они, наверное, на корветах потом начнут ездить. А против корветов фиг что сделаешь. Корветы слишком быстрые. А копы и так серьезно за меня взялись уже. Блин, вообще не дают ехать. Походу видят, что я слишком хорошо еду, и начинают задалбывать.
Раз, два, три. Ну, штук 6 машин где-то за мной. По тормозам даст. Тут еле объехал. Капец, он бодрый. Такой раз и резко свернул. И сзади соперник. А наша баба вообще где-то в конце. Вот тут сейчас будет тормозить сильно. Объехал. Так, ну и погоня у нас продолжается. Только оторвался от погони, сразу снова погоня. Каждую гонку долбаная погоня. И просто уже выбешивает. Капец, что тут творится вообще? Куча машин, просто куча машин. Тут сразу можно выносить, потому что нам будет делать проблемы. Ну, в принципе, все будут делать проблемы, поэтому нужно выносить сразу всех. Заправку уже кто-то без меня подорвал, молодцы. Стены просто так лупанул, ну, как всегда. Ох! Тебе парочку снесу. Да, мне скучно тут с ними. Я уже по стрелочкам этим понял, что они тут навстречу летят. Комбо баунти. Вот вам и баунти. Получаются резкие повороты хорошие. То есть они втыкают на них сильно. Ух ты, блин. Нормально. Прям вообще нормально. Шипы прям перед рожей поставили. Сам уничтожился, что ли? О, блин. Давай быстрее там сейва. Я прям поэтому его в морду и начал лупить. Думаю, сейчас вынесу и быстро обратно. Фу, сейчас перекрашу Эвик. Потому что так жизни у нас не будет. 39 машин, блин. Собрал. Так, цвет. Какой? Желтенький Эвик сделаем. И какой? Пусть будет металлик. Ну чё? Четвертый уровень розыска по-прежнему. Ну чё, у нас перекраска не мешает? Розыску. Ну-ка. Винилы.
Камуфляжи все по-прежнему закрыты. Нафига они вообще в игре, если мы игру уже прошли, а у нас закрыто все. Ух ты. Прикольно. Типа можем под карбончик сделать. Хрен, он красным отливает. Ну, типа устраивает, допустим. Так. Ага, уровень уменьшился. Ну, капот тогда можно поставить стандартный. Да, конечно, криво он установлен, но фиг с ним. И так сойдет. А если обвес поменять? Ой, это не то. Нет, не хочу обвес менять.